вышли на пикет по поводу необоснованных и неправильных высказываний Марипова Улукбека, назначенного премьер-министра Кыргызской Республики. Он сказал, что головной водохранилище Төрткүл управление перешло таджикской стороне. Это не соответствует действительности, это во-первых. Во второй раз он хотел как-то исправить ситуацию, но на этот раз сказал, что он имел в виду Кайырма. А Кайырма тоже на данный момент принадлежит кыргызской стороне. То есть он, не владея информацией, налево-направо разбрасывается словами. Это противоречит национальной безопасности Кыргызской Республики. Бывает всякое. Человек может там оговориться, там неправильно высказаться. Это не проблема. Но он этого не сделал. Почему он этого не сделал? Он упорно настаивает на неправильном высказывании.